Коты у меня любуются. А смотрите, какой снег, здравствуйте. Здравствуйте, да. Смотрите, сколько у нас снега выпало со вчера, сегодня, то есть ночью начал падать, и вот все у нас опять занесло. Все дороги, все занесло. Да, Егорушка? Опять зима. Доброе утро, дорогие друзья! Готовлю себе завтрак, коктейльчик свой любимый. Егорка уже позавтракал. Видите, у нас какой снег выпал за одну ночь. Наверное, сантиметров 10, наверное, не знаю, но много. Вчера еще были на даче, а сегодня, видите, что творится. Аномалия. Вот думаю, надо льном запастись, потому что пока он есть в магазинах, его мало кто берет. Да, ситуация как поменялась в мире из-за коронавируса и из-за экономического положения. Но я думаю, что будет еще хуже, ребята. И девчонки, кто-то меня смотрит. Потому что, конечно, не хочется думать о плохом. Все, наверное, вы как там, закупились все? Мы еще, ну так, чуть-чуть подкупили. Немножко круп, немножко того, немножко сего, чтобы иметь хотя бы какую-то базу. Потому что, ладно, самим можно, я самим могу их худеть, а детей-ка кормить чем-то надо. Надо пить витамины. Сейчас весной хочется. Моя рассада потихонечку поднимается. Вот. Надо колотить теплицу. Но, видите, опять погода изменилась. Только я все подразобрала. Надо это делать, теплицу, чтобы даже, может, и не одну, может, еще парники сделать, чтобы вырастить хороший урожай. Неизвестно, что там будет с этим, с едой, с обстановкой в стране. Вот, поэтому надо, чтобы свое все было обязательно. Те, у кого есть дачи, сажайте, потому что сейчас... Только, ну, как бы на себя надеяться, больше ни на кого. Мы когда были на даче, когда, позавчера, что ли? А, нет, ну, в пятницу. Мы только приехали и начали летать самолеты. У меня там на видео, не предыдущее, а до этого было. Женя немножко сняла. Они начали распылять какую-то химию. Химтрейсы вот это называются. Если кто не знает, посмотрите в интернете. Летали туда-сюда, туда-сюда, и в сторону Ярославля, и Рыбинска. В общем, все вот эти города близлежащие чем-то опрыскивали. У меня подруга говорит, что она в Москве живет. Им сказали не выходить в определенное время, потому что у них тоже будет опрыскивание идти. Их предупредили, а нас-то никто не предупреждал.
Я приехала домой. У меня 2 дня болела сильно голова. И ребенок что-то у нас так это тоже говорит, голова болит, горло болит. Вот. Неизвестно, что они там распыляют. 2 дня, ну сколько там, день отлежались, короче, и поехали снова. Вроде полегче стало. Вот, а голова сильно болела. Потом прошла. Так что нас еще с воздуха там травят непонятно чем, что они там распыляют. Говорит, ну, подруга-то говорила, что они якобы что-то противовирусное. Ну, что противовирусное там они могут распылять, если против этого вируса ничего не создано. Не представляю, что они там распыляют. Вот. Такие новости. А так в целом потихонечку начинаем, да, делать на участке все. Женя у меня на работе. Я с Егором дома. Егора вот думаю, наверное, не буду водить сейчас. Ну, в ближайший месяц-то точно, а может и больше. Что-то рисковать не хочется, чтобы ребенок. Он у нас и так слабенький на иммунную систему. У него, ну, и вообще слабый. Вот, все время болеет. Поэтому, не знаю, наверное, не буду его водить в садик. Подрастает снег. Вот, восстановится погода. Будем лучше на дачу каждый день ездить. Пусть лучше он там свежим воздухом дышит. Сейчас везде, конечно, аномалии. С этой погодой. Ну, на самом деле, разные слышала я теории по поводу того, что Земля становится на место. И многих других. Там в Америке и во многих странах уже сейчас какие катаклизмы еще по природным явлениям происходят. Вообще погода поменялась, да? И очень много есть, ну, разных вариантов теорий по поводу чего. Почему это все происходит? Ну, бактериологическое оружие, это, конечно, очень страшно. За детей страшно. Но, как говорится, не будем о грустном, будем о хорошем, да? Ой. Квартира у меня так и не продалась. Сейчас, в принципе, такой период, что и не продастся, наверное, в ближайшее время. Вот. Поэтому будем обитать в этой квартире пока. И по возможности потихонечку будут деньги появляться, будем строиться. Вот. Сейчас думаем, из какого материала дом строить, как, чего. Ну, в общем, будем думать сейчас. Строить будем сами, потому что, ну, в смысле, сами я сама буду строить. Дочка иногда будет помогать там. Ну, и совсем, если будут тяжелые работы там, допустим, крыша, может, буду просить, может быть, ребят кого знакомых, потому что все эти работы очень дорогие. Вот, дополнительно посадила еще помидоры, ну, рассаду я имею в виду. Вот. Дочка мне тут посадила несколько вариантов разных помидор. Скоро надо будет уже сажать. Там она выбрала что-то у нас, просто семян много, вот, будем сажать. И зелени много надо в этом году посадить, мне кажется. Зелень мы обычно замораживаем. Вот. Можно ее с солью перетирать. Мне, кстати, тоже нравится для супов, когда в супы добавлять, с солью в банки закатывать. Можно просто замораживать. Тоже режем мелко и замораживаем. Ну, если много будет. Вот, мы замораживали. Либо сушим. Тоже, вот, ну, в духовках сушим. То есть зелень... Это витамины, надо ее, конечно. Но вот сушить я как-то, мне кажется, все-таки там не очень много остается витамин. Все-таки мгновенная заморозка, либо солью сохраняются вот эти вот все микроэлементы. Вот. Хочу перец еще посадить, горький я имею в виду, чили. Потому что, ну, чеснок, чили, вот это вот все. Чтобы... больше потреблять вот такого, аджику делать. Аджику мы, кстати, любим. Надо будет наделать аджики. Дай бог все получится, чтобы с погода была хорошая. Аджики наделать побольше. Вот. Ну, вообще разные консервации.
потому что это не помешает. Вот. Лучше пусть стоит, чем не будет ничего. Вот. Не знаю, много разных прогнозов на будущее, да, на ближайшие годы. И голод прогнозируют, и что только не прогнозируют. Я уже новости, мне надоело слушать. Ну, в смысле новости, я по телевизору не смотрю, а в интернете все просто. Огромное количество роликов про этот коронавирус, про ситуацию, про экономическую, политическую. Даже уже устала я от этого, я не хочу даже смотреть, уже надоело. Лучше вон. Заниматься какими-то домашними делами своими, заниматься рассадой, заниматься дачей. Вот. Всем я, кстати, желаю хороших успехов. У кого есть дача, хорошей весны, хороших посадок, чтобы у вас все выросло. А тех, у кого нет дачи, не знаю, может быть, огородики у кого-то. Вот, потому что сейчас земли много свободной в деревнях. Поищите, потому что земля, ну, кого нету земли, я бы просто посоветовала, ну, купить кусочек хотя бы небольшой земли, неважно, там есть дом, нет дома, вот, просто чисто огород хотя бы, чтобы посадить, потому что это будет хорошее подспорье для всех вас. Потому что всего не накупишься, тем более сейчас неизвестно, что будет. И так-то нас и пища-то, да, такая не очень хорошая, в магазинах продается, я бы сказала, мягко сказано. Вот, поэтому надо, чтобы, конечно, свою пищу выращивать, чисто экологическую. Пусть те же овощи хоть немного, да, огурцы, помидоры, свекла, морковка, картошка, там, я не знаю, тыква, кабачки, огурцы, ну, то есть... Ведь это можно этим запастись на долгое время. Вот. Я читала там про одного мужчину, который болел раком. Он зимой говорит, я кроме тыквенного сока ничего не пью. Но он уже много лет живет после его, когда домой отправили. Я, может, рассказывала уже эту историю. Умирает, да, у него была 4-я стадия рака. Он поднялся за счет лопух, да, перемалывал, заваривал, пил вот горечь вот эту. Зато он, ну, восстановился, он там 4 месяца или 3 месяца только пил лопух. Потом начал пить соки, чаи на травах, кстати, иван-чай обязательно. Он хорошо повышает иммунную систему. Собирайте летом иван-чай, вот, потому что это очень хорошее подспорье. Я вот обычный чай я не пью. Я пью только домашний, ну вот, иван-чай, который собрала, с травами, с мятой, там, с мелиссой, с чабрецом, с шиповником. Все это вот у меня, ну, как бы свое. Вот. У меня у мамы, они же прошли войну, ну, родители мои, и у них всегда были запасы, знали, что такое голод, и вот... Всегда, ну, это, наверное, уж всех, да, вот, тех, ну, того поколения, кто прошел войну, кто после войны был, когда было голодное время. И у них все время были запасы соли, я знаю, сахара, спичек и этого, сухари. Сушили все время сухари. Вот. Поэтому, ну, вот этот вот такой вот, кто без хлеба жить не может... У нас это всегда было. Ну и, конечно, закрутки. Ну, что там на севере особо закрутишь? Много не закрутишь, но вот, рыбу засаливали, рыбу солили, мясо там тоже солили в бочке. Плюс этот, картошку сажали. Картошка, правда, маленькая была, но вот сажали. Огород был свой. Вот. Семья большая была, семьи же большие были, надо было как-то прокормить. Вот, и как-то вот у нас вот так мы выживали. Так что я всем желаю добра, мира, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы, и вы, и ваши семьи, потому что это основное сейчас. Вот, будем здоровы,
все у нас будет. Но на сегодня все. Я так буквально хотела на несколько минут показать, что у нас творится с погодой, что в ближайшие дни у нас работы на даче никакой не будет, что пока не растает, мы туда не поедем, да, пока, ну, не восстановится все. Вот. Хотела показать вам росточки мои, которые вот, потихонечку поднимаются. Надолго не буду уходить больше. Вот. Ну, всем добра, всем тепла, всем здоровья, удачи, любви. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто хочет. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что досмотрели до конца.